Клуб єдиноборств «Панчер», що розташований за адресою вулиця Генерала Бочарова, 50, відсвяткував свій третій день народження. З тієї нагоди серед вихованців клубу провели серію дружніх спарингів, де переможцем став абсолютно кожний боксер. Директор клубу відзначає, що навіть за такий невеликий термін роботи він вже має великі здобутки. Клуб дійсно молодий, і ми почали 3 роки назад з... Абсолютно с базового образования спортивного. Детки пришли неподготовленные. Были те, кто раньше занимались, но в основном приходили детки, которые только-только вот первые шаги делали спортивные в нашем клубе. Клуб, в котором есть действительно все, что бы хотел человек выбрать для себя. Если, допустим, мы даем возможность пробного занятия, если ребенок спокойный, мы рекомендуем ему карате и тэквондо. Если он более активный, это может быть и ММА, и кикбоксинг. То есть в нашем клубе человек может выбрать для себя то, что ему больше по душе, то, что ему больше по силам. Привітали Одеський спортивний клуб з днем народження і представники Федерації боксу Одеської області. В організації зазначають, що найближчим часом спортсмени клубу єдиноборств «Панчер» зможуть перевірити свої сили, позмагавшись з представниками боксерських клубів Одеської області на регіональному турнірі з боксу. У нас сьогодні вже з головним тренером созріла ідея зробити турнір среди клубов. Сначала клубы поселка Котовского будут проводить поединки между собой. Это клуб «Атаман», клуб «Панчер», «Радио США» номер 8. А также в городе. И в итоге мы лучших из лучших соединим в поединке между собой и выявим лучший клуб города. И тем самым мы проведем ряд поединков. И ребята, конечно, в первую очередь наберутся мастерства. И хочу сказать, что этот клуб имеет за свои недолгие 3 года хорошую историю. Здесь мы встречали команду с Берлина. У нас была матчевая встреча Одесса-Берлин. Матчевая встреча проводилась при поддержке президента Федерации бокса Одесской области Халида Абдулвахитовича Мусаева. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, радник президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва, майстер спорту СРСР з боксу Азер Мустафаєв відзначив, що на подібних заходах приємно зустрічати своїх вихованців вже у якості тренерів. Він побажав клубу здобуття нових перемог. Мені приємно, що я тут зустрів свого бойца, своего боксера. Тогда-то он у меня тренировался, Юрий Волошин, кандидат мастера спорта. И здесь он старшим тренером работает. Я думаю, дети будут заниматься, будут получать удовольствие от тренера, от своего вида спорта. Я желаю им чемпионских титулов, начиная с чемпионата Одесской области, заканчивая Олимпийскими играми. Дай Бог, чтобы здесь выросли хорошие боксеры, а главное, чтобы выросли хорошие люди, хорошие дети. В клубі виховують не тільки майбутніх боксерів, також ще є 7 дисциплін, серед яких ММА, тайський бокс, кікбоксинг, карате, тхеквондо, вільна боротьба, бразильське джиу-джитсу та авторський напрямок для дівчат. Тренери клубу кажуть, що неталановитих дітей не існує. Головне – правильно обрати дисципліну, в якій буде розвиватися спортсмен. Мы стараемся приобщать к боксу много молодежи. Люди к нам приходят, тренируются у нас. Покажем сейчас какие-то результаты, будут чемпионаты Одесской области по школьникам. Я думаю, дай бог, покажем результаты. Ну, в связи с пандемией очень сильно тяжело работать в этом направлении, потому что люди и боятся приходить, и закрывают клубы, закрывают все заведения. Как бы. Мы стараемся работать. Мы вплотную работаем с Федерацией бокса Одесской области, и они нам помогают как практическими рекомендациями, так и как бы, помогают в общем проводить турниры и оказывают всяческую поддержку. Спасибо большое президенту Федерации Халиду Мусаеву за это. Потенциал есть у любого человека. И этот потенциал, все, кто приходит на тренировки, они пытаются его развить. Ну, я думаю, в нашем клубе могут родиться звезды. Очень много желающих людей тренироваться.
и очень много, как вы говорите, с потенциалом. По большому счету, все единоборства переплетаются в чем-то. Поэтому сам родитель должен уже, даже не родитель, а сам ребенок должен выбирать себе направление. То, что говорят ему родители, это одно, а то, что воспринимает ребенок, это уже фактор его жизненного пути. Бокс – один з найбільш популярних видів спорту нашого часу. Кількість прихильників гарного, благородного і суворого виду єдиноборств з кожним роком зростає. Юні боксери кажуть, що бокс вже давно став для них стилем життя. Я займаюся приблизно 5 місяців, і я дуже радий, що я пішов на бокс. І восхищаюся цим, як би, що я не пішов там куди-то там. Ну, не буду говорить куда, а начал заниматься спортом. Я вот готовлюсь, буквально через 2 дня у меня будут проходить бои чемпионата Одесской области по боксу. Какой настрой? Победить? Ну, конечно. Вообще моя основа – это тайский бокс. Я занимаюсь, вот я пришел сюда 7 месяцев назад, но вот у меня как бы плохо было с руками, поэтому я еще себе дал нагрузки, чтобы пойти на бокс, чтобы поставить руки. И вот тренера очень хорошие, вот тренер мой очень хороший, он мне помогает. Как бы. Я вот когда сюда пришел, у меня успехов вообще было, ну типа я вообще не умел там драться, ничего не знал, он мне очень сильно помог. Я благодарен клубу в целом и тренеру. Особенно уделяю благодарность. Примерно занимаюсь 2,5 года, теперь 3, почти со самого открытия. Бокс мне нравится тем, что ну, для меня это расслабление, когда я сюда прихожу, я себе тут настраиваюсь и все свои проблемы вкладываю в грушу, так сказать. Но я пытаюсь развиваться во многих так, ремеслах, и поэтому меняю часто. Ну, в основном бокс, потому что здесь тренер, который мне знаком, и он мне нравится. Ну и друзья уже есть. Боксом можно заниматься из-за того, что ну, защищаться можно от любых там гопников или типа того, ну, самообороны, да? Ну, много друзей после этого и турниры разные. Можно опыт набирать, медали, грамоты, все это. Кубки. Бокс мне очень сильно нравится, и потом после любительской карьеры я пойду в профессионалы. Есть ли какие-то боксеры уже вот по карьере, карьеру которых ты хотел бы повторить? Александр Усик. А из зарубежных? А, ну, Мухаммед Али. Телеканал «Репортер» приєднується до привітань з днем народження клубу єдиноборств «Панчер» та бажає успіхів у вихованні майбутніх чемпіонів, які будуть представляти нашу державу як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні.